сегодня у нас еще один рецепт выпечки. Готовим кекс на кефире. Очень простой кекс, я его называю кекс гости на пороге или кекс-минутка. Тесто замешивается очень быстро, духовку можно сразу поставить разогреваться на 180 градусов. Для приготовления понадобятся самые простые продукты: яйца, кефир, мука, щепотка соли, экстракт ванили, растительное масло, сахар и разрыхлитель. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваем 3 яйца. В яйца высыпаем щепотку соли и 180 грамм сахара. И все просто взбиваем венчиком. Рецепт совсем простой, но нужный. Готовится быстро, без миксера, без возни. И пригодится в обиходе каждой хозяйки. Яйца с сахаром мы немного взбили. И теперь добавляем стакан кефира. У меня здесь 230 миллилитров. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Особенно кефир и яйца. К кефиру добавлю немножко ванили. Вместо ванили можно добавить ванильный сахар. Перемешаем. Добавим 70 мл растительного масла без запаха. Конечно же, растительное масло можно заменить растопленным сливочным или растопленным маргарином. Еще раз перемешаем. В муку добавлю 2 чайные ложки разрыхлителя. Немножко все перемешаю обычной ложкой. Кстати, если вы используете соду, то погасите 1 чайную полную ложечку соды в кефире. И теперь частями буду просеивать муку и перемешивать. Сначала просею половину муки и хорошо перемешаю. Такие кексы готовятся так же быстро, как и съедаются. Замечательный рецепт на полдник, просто к чаю, на завтрак. Выпечка, приготовленная дома, всегда вкуснее магазинной. Я всегда пеку выпечку сама, не люблю магазинную выпечку, в булочных слишком дорого. Лучше потратить 5 минут времени, чтобы замешать тесто, а затем отправить в духовку. И пока кекс запекается, можно заниматься другими домашними делами. Просеиваю вторую часть муки. И перемешиваем последний раз. Стараемся перемешать так, чтобы не было никаких комочков. Посмотрите, вот такая консистенция. Консистенция получилась как раз вот самое то, не слишком густая и не слишком жидкая. Мне понадобилось ровно 250 грамм муки. Подготавливаем формочку. Формочку я сегодня буду использовать вот такую для кекса. Она у меня размером 11 на 24 сантиметра. Формочку перестелю пергаментной бумагой. И отправляем тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Кекс у меня запекался ровно 40 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Посмотрите, какой получился у нас кекс. Румяный, пушистый, ароматный. Выпечка на кефире хорошо держит форму. Даем кексу остыть. Можно его присыпать сверху сахарной пудрой. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!